особо. Ну, обычный стул. Более удобный, чем мой, конечно. На винрейт 86%. Да, это за 15 игр это не особо большой винрейт, на самом деле. Типа, если бы игр за 100 у него такой винрейт был, это жесткий. И на этом сайте, так что. Если бы на каком-то другом сайте, то да. На этом там очень плохие ребята есть. Очень плохие, которые играют. Которые там в первый раз, наверное, зашли. Муфаса 8К казах. Ну, я бы не сказал, что он супер там какой-то жесткий. Просто мы там накосячили, блядь, в один момент. И это повлекло за собой лузич. Как, в принципе, и в любой доте так происходит. Карты сегодня будут? Да. Я думаю, что да. Да, кого брать? Кто физикал дэмэдж наносит? Акс чистый урон. Омник. Там еще и Омник, блядь. Я прям в задумьях. Тайдец, по-моему, наносит физикал дэмэдж своим якорем, но этого, блядь, мало, по-моему. 22 тысячи за игру не нанести якорем. Вайда что-то не хочется под наш пик брать. У нас ПЛ. ПЛ, твою мать. Имя придумали? Нет, я не придумал еще имя. Мошверку в натуре в харте. На хотя бы депс наносит, блядь. Ну и тут я могу диффуза собрать, и не буду как корну. Давайте, Виндрунджер. Вивер, снайпер. Это снайпер в харде, ребята, вы еще издеваетесь, я там фидонить буду, как Брайс. Так. Give me one ward, dude. Give me one ward, please. Сатен. Сатена зеленая. Thank you. Ну мы прям в охуевшую будем закупаться, поехали. Я прям с нуликом буду. Кто у них по сапам? Некрофос, да? Некрофос и Омник, да? Все плохо. Ладно, Некрофоса вроде я затыкиваю. Oh my gosh. Это Ибана Ширия, это вас Дима из Донецка тревожит. Почаще бы струю, спасибо. Спасибо большое, Донецкий, за внушительную поддержку. Я постараюсь, но, блин, мне надо стримить часто. Очень надо. Команда забирает очень много времени, блин. Я вообще без выходных. Я просто проснулся вот с таким ебалом. Ну так вот делаешь, чтобы проснуться, потому что по-другому не получается проснуться. И ты садишься к компьютеру к ебучему и начинаешь тренироваться. А когда, блядь, команда сосет на турнире на каком-то бомжатском, начинает гореть жопа, и ты думаешь, что ты делаешь что-то не так или теряешь просто время. Ты мог в это время стримить и радовать и публику, и зарабатывать бабос. Но, блядь, нет. Альберт какими-то там мечтами бредит. Ну, я не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что молодые начнут стрелять и сделают выводы, потому что у Альберта начинает гореть попа. Ну и нахуй. Без ТБ корона чипов физически. Да я знаю, но мне не нравится ББ. Ненавижу нахуй эту свинью. Хотя для раздупления он был бы попроще, наверное, герой. Так, надо было Дина, конечно, выпускать первого. Ну, ладно. Ладно. Виндрун. Виндрун. Ну, тут ТП надо брать сразу. Бля, Свен. Типа плюс один саппорт, да, вот этот, который бежит за мной. Станчик, это больно. Я пошел. Свен будет меня ебашить? Да, Свен ебашит. Ну, ему похуй, на фарм он побежал, блядь. Experience! Ну-ка, дрянь. Wall of Wizard, спасибо большое за подписку, добро пожаловать. Спасибо. Здорово, Здорово. брат, блядь, как я рад потоку. Только проснулся. Увидал уведомление с глазами нераздуплившегося китайца, вылезшего из темноты. Темнота. Побежал к комку. Любовь. Удачки тебе, гусь. Давай ловы тенебарума сделаем портрет Алика в профиль, как Ленин на медальках. Не, эмблемка есть, Леон Белый, спасибо большое за поддержку, но эмблемка уже команды есть, поэтому менять мы ее не будем. Спасибо большое, брат, за поддержку. Бля, дай крипов, Свен, по-братски. Понимаешь, что это очень потно. Это ты так отпулить хотел, когда крипы здесь стоят? Это ты хорош. Это ты хорош. Нахуй пошел, рыцарь ебаный. На еще.
Ну-ка еще. Я, бля, Драгонлэнс куплю, диффуза, я буду тебя ебашить. Бля, Свен меня не прощает вообще. Я ему вообще ноль импакта могу внести и леса не могу фармить. Зато 500 дэмэджа уже нанесли, физикал. Хорошо. Осталось победить, бля, эти 22 тысячи еще набить. Дай! Хорошо. Как же ты игнорируешь, ребят? Ну я в дотке же. Я ж не могу как ебаный хамелеон одним глазом туда, одним туда. Я б с радостью, ну, блядь, я не умею так. В хэсе похуй, там можно читать много чата. В дотке так не почитаешь, к сожалению. Трэш, я не игнорирую, сори. Если не прочитал, значит нет варика вообще прочитать. Под повершот по бровям тебе, пес! Бля, ну Свена с топором добивать, конечно, крипов не очень благородное занятие. Пошел нахуй от моего крипа, выблядок. Я буду тебе стрелять в деда. Не получается стрелять в деда нормально. Кого ты там отпуливаешь? Там крипы идут, братан. Ну, этот Омник, он просто, сука, самый безыдейный и самый несочный саппорт, которого я только видел. Я буду стрелять Свеном. Мне надо набивать депс. Я набиваю депс. Ну, отъебитесь. Не сегодня, ребят, не сегодня. Гримачкин, спасибо большое за подписку, парень. Спасибо, добро пожаловать. Я двух крипов ебал. Но спасибо. Ну отъебитесь. Вы не попадаете же по мне. Ебать, я согрешил. Мне нельзя было венран раньше нажимать. Мне пизда. Это фидак. Я вчера там пару сетиков, но нужно 3 недели еще подождать. А то я не могу подарком скинуть. Ничего страшного, Владик. Ничего страшного. Бля, надо что-то делать эти на карте, потому что я какой-то хуйней занимаюсь сейчас в харде. Я не фармлю. Это выглядит очень несочно. Ебать, а почему некрофос так нагло стоит? Мы можем его через 2 копья, по-моему, убить. Давай пробовать, братик, давай. Копье, 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 копье. Ну копье же, блядь! Там бард у него стоит сбоку, да? А, вас двое здесь? Ебать, тут невкусная линия, окей, я понял. Лэнс! Дай копье, тварь! Пель! Use lens, please. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично поднимаете, ребят, отлично. Отличная, отличная атака, нахуй я сюда пришел, блядь. Бля, со мной какие-то больные дети играют, отвечаю. Больные свинка, я такой... лежит, блядь, твою мать. Мне сложно, мама. За что? Нага, сетка есть? Сетка есть, да? Ну, блядь, мы и тут никого не убьем. ВР не в мете сегодня. Сори. Паджик пришел в топ. Хорошо. Пойдем инвокера хотя бы ебанем, чтобы не просто так по карте бегал. Пожалуйста. Кого-нибудь. Кого-нибудь. Я пошел обходить. Он за тавером будет стоять. Может, я первый шукаль дам, он его может вытянет. Может, нет. Ебать, он демон. Он так его еще вытянул. Не бей моего друга. Не бей друга моего. Это что за дерьмо? Выходи, выходи. Выходи, жир. Жир, давай, 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 давай. Харасхим, харасхим. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну ладно, все, я пошел. Надо идти на топ. Астанеру новая. Хорошо. Но бывард на энчентов, там доминатор уже у Свена. Здорово, молодой талантливый киберспортсмен, как успехи? Пока что нет успехов, парень. Нет их. Да слово о наших успехах, их нет. Нахуй иди, Валера! От моего тавера. Пошел, пошел. Пш, пш. Еще тебе по бровям, блядь, я пойду отсюда опять заниматься какой-нибудь хуйней несуразной. Деда, не трожь. Это мой.
Ну, не родное, а вообще, типа, хотелось бы добить. Я на базу. Ну, там Санкинга трахнули, Омник. Что, тоже пизды получает? Нет, там еще Некрофосик бегает, пизда ему. Бля, пот вообще, что он делает? Мафия долго качается. Я ее купил и, прочитав комментарии, вернул деньги. Ну, которые еще, правда, не вернулись, но я пытаюсь их вернуть, но что-то меня не обрадовали комментарии. Я посмотрел этот видос, где все поломано. Ну, хотя за Лириком смотрел, и Лирик вроде неплохо играл, у него не было никаких багов таких, как там на том видосе. Кажется, или оставит звук, ну, я не знаю, у тебя может отставать вполне. Это рассинхрон Твича бывает, такая хуйня. Ну, ты не в того же стреляешь, шкура. Ну, ладно. Так, надо делать фазули и будем гангать больше, наверное. Потому что я какой-то хуетой сейчас занимаюсь. У меня, блядь, 12 крипов, 1 смерть, 1 ассист. Причем ассист, блядь, и без меня был бы сделан этот килл. Я там 0 импакта просто внес. Бля, Виндранер вообще не наносит дэмэджа, по-моему, под Свена Варкрая, к сожалению. В команде хороший микроклимат. Та, климат, да, он действительно неплох, но вот успехов пока это мало приносит, если честно. Ширья! В доте звук отсылает. Я, наверное, буду добайбан, но хочу спросить, на какой турнир вы отбираетесь? Спасибо за стрим. Олимп называется турнир. Go to Olymp, по-моему, если прям дословно. Да, иди добей, иди добей, типа. Хорошо. Не надо меня бить. Так, кто это у нас донатил? Поклонник. Спасибо большое, поклонник, за поддержку. Надо его здоровью. Это что за говно здесь происходит? Go fight, guys! Что это за хуета такая здесь. Блять, ну... Уходим. Я в душе не ебу, что нам делать в этой команде. У нас на туре какой-то пиздец, блять. Эту турбуху убьешь, да можно было ее убить. Только немножко поопрятнее спелла надо юзать. Там Рубика можно... Ой, не Рубика, а Омника можно было бы поднять, выключить его. У нас подняли кого там, Санкинга? Или кого там подняли, я не заметил уже. Мне там пизды дали. Да. Оставил Фаржа на съедение, братик. Там Свен сейчас заберет тавр на топе. Это будет плохо. Хотя он там себя и так, блядь, без этого тавра чувствует очень, очень сочно. Да, там сабля, кстати, уже половина. А мы тут фазули, блядь, пытаемся добить. Да не девай ты тычку, тварь! Это моя катапульта. Отъебись. Убейте нахуй эту тварь. И тебе пизды, ебаный жук. О, дед прилетел. Нахуй отсюда, ебать вы фиданули, братья. Сок. Сок. Бля, ты крипов, да, хочешь? Ну давай. Это твой один, два моих, один твой, хорошо. Что там по руне? Руна будет через 30. Я купить сет Патриарха Кирилла на других героев? Что за сет на Патриарха Кирилла? Если про Омника идет речь, то в компендиуме в последнем там сет есть. О май гаш, мы не успеваем, да? Мы не успеваем.
Да, мы не успеваем. Ёбаный рот. Отдаться за тауэр, может? Может, отдаться за него? Толкаем крипов, толкаем. Ну, мы не возьмем этот тауэр. Все очень плохо. Два героя, ебать, с поржами. Хорошо. Так я доволен, результатом. Так мне все нравится. Так, мы возьмем стикичи, мы возьмем капли, капли для носа. Чуть топор не взял, покачаться. За два дня минус 430 ПТС. Что с этой игрой не так? Да, я бы тоже хотел знать, что с ней не так. Я поэтому в паблик, в принципе, и не захожу сейчас играть в последнее время, потому что пизда, ебать. Творится какая-то. А, у нас тут тавр живой, ебать. Го пизды! Блять, ой, ебать, привязала, хорошо. Надо было чуть попозже кинуть. Расведули, молодой. Ай, 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 о-о! Щит, мен! Отжимай! Найс, ульта. Ульта охуительная просто. Кот один. СП 672. Спасибо большое за подписку, парень. Добро пожаловать на канал. Я рад, что ты с нами. Спасибо, спасибо. Experience! Зульфагарди сап 7 месяцев. Господи Иисусе, спасибо. Дай бог здоровья. И в брови, сука, казнь на коленях. Надо Свена как-то убрать отсюда. Ебать, у меня два стика, да? Сочно. Дайте уехать. Брат! Это было охуительно. Пожалуйста. Нет. Зачем я два стика купил? Откуда второй эпицентр? А, это наш эпицентр уже, я понял. Нихуя Рубен жулик. Ну его видели, да, и там пассивка. Надо продать нахуй еще стик. Да я сплю еще, блядь, это пизда. На самом деле, две руки, два стика, все хорошо. Палочки, палочки, колдуни. Колдуни, палочки. Да, попадай его нахуй. Хотя в этом 7, по другим словам. Второй стрим за две недели. Это просто праздник какой-то. Это сарказм или что это? Спасибо большое, тепленький. Это же, это не праздник, это хуёво. Это надо делать что-то с этим, чтобы такого не было. Может сразу в дефуз ебашить или нет? Потому что Омника надо будет как-то пиздить. Дратути. Я застрелю тебя нахуй. Нет, не застрелю, сори. Надо крипов этих убить. Мы не будем драться? Ну ладно. Подрались. Господи, о господи, о господи! Не сегодня, ребята, не сегодня. Хотя там дагер есть, и мне ебало оторвут. Я хотя бы крипов забрал. Короче, я ухожу в тупо линии сплитпушить. Да, уходи. Не попал, хорошо. Что тут? О, тут далеко еще до Радианса. Не, мы тут въебем, скорее всего. Там уже неплохо себя Свен чувствует. Зачем вы сливаетесь по одному? Запарили. Хорош. Надо дефуз брать. Я дефуза пойду, потому что у нас больше некому, походу, собирать. Или быстро дефуза поел, не соберет. Может, соберет, когда нам на ходе уже придут. Вторая пачка дефузов нужна. И хейт 1-2-3. Спасибо. Сап 4 месяца. Зря ты пьела, конечно, взял. Тут какой-нибудь сларк на лунбу. Спасибо. Да иди ты нахуй со своим станом, ебучая ты тварь. Бля, ну там письки остались. По-братски, не дайте уйти этому деду.
нахуй. Ну, там убежало тело уже. Санкинга, блядь, бегать, ловить, это такое. Спасибо, Хейтедж, за ресап тебе в 4 месяца. Я просто весь в игре. Карты будут? Да. Да, будут карты, только попозже. Там на боте фарм подходит, я полетел. Ебучий вукер сплитит. Каждый день на КВ меня сплитит этот инвокер ебаный. Здесь меня сплитит инвокер ебаный. Ничего не меняется в доте. Experience! Хотел прочитать Half-Life, но это H2 Life получается. Спасибо большое за ресап 3 месяца. Давно не видел тебя, Альберт. Да, да, я хуйню какую-то делаю. В плане того, что очень мало стримлю. Хейт, как оно? Да ничего, хейт, хорошо, потихоньку. Хотя как, я лукавлю, наверное, что говорю хорошо, более-менее. Пока что очень плохо, на самом деле. С командой обстоят дела. Результатов пока это никаких не принесло. Я надеюсь, что какой-то результат появится в течение месяца хотя бы, потому что если не появится, то, я думаю, вряд ли смысл мне этим заниматься. Будет все очень плохо. Бля, брат, я так опоздал, я так виноват, Пуч. Ты просто не представляешь, насколько я виноват перед тобой. Ебать, это он так спеллы накладывал, или что это было? Остановился, блядь, cold snap кинул в меня. Окей, это диффуз. Ты вот куда бежишь за мной? Ты охуел, что ли, валет, блядь? Я на базу. Не рано ли? Нет, на самом деле, я этим составом-то уже сколько играю? Месяц, блядь. Если еще месяцы такие же несочные игры будут, то смысла нету. Реально нету. Не думал добавить третью игру в стрим. Какую третью игру? А, типа к Доте и ХСу еще? Да пока что нет, на самом деле. Так, тут вагонимчик надо будет выходить сразу. Насчет третьей игры, я не столько много стримлю по часам, ребят, и не так часто сейчас, чтобы добавить какую-то третью игру. То получается, мы одну катку в доту играем, 3 катки или 4 в ХС, и играем еще в третью игру. Это ж выглядит так, как будто я неопределенно малолетка, которая не знает, во что хочет поиграть. Я-то знаю, во что я хочу поиграть. И это не совсем какая-то третья игра. Нам надо подтянуть этот гейм как-то, мы в лейте спокойно победим. Да, по-моему, нет. У нас один Свен иллюзии убивает. Хотя очень поздние иллюзии нет, не убивает, но все равно. Они могут нас взять раньше. И вот как с этим бороться, хуй его знает. Некрофоса Даггер. Бля, ну он тут не один же стоит, по-любому. Ну, чтобы как-то Сан Кинг Сан проебал. Пробовать надо было шейкл кинуть, может Сан Кинг тоже там тупо делал. Бля, ну нахуй вы там деретесь? Вы сами просите потянуть, и сами туда идете. Как вашу логику, блять, понять? Я думал, я сейчас заберу Аегис, ну ладно. Я уже начал уходить. Начал уже уходить, но не ушел. Это как мимо проходил, блять, этот гангстареп. Еще не поздно бичбилд вернуть. Да бичбилд ни одной тренировки не провел, ребят. Коллективе. Diablo 3 не хочешь поиграть? Я наигрался, ребят, не. Я в эту игру наигрался, мне нихуя не меняется каждый сезон, но нет. Сори. Не, игра-то неплохая, но она очень быстро заебывает, потому что реально разработчики ничего нового не добавляют каждый новый сезон. Это немного удручает. И, соответственно, отталкивает от игры. Надо хоть товарок один забрать, да? Хотя один мы брали, я помню. На миде это было. Они его пытались задинаить, не получилось.
Да, но я не очень хочу проигрывать этому инвокеру, который колдснеп там полгода наклацывает. Тут надо глиф жать в пизду, их надо выигрывать время. Когда Альберт играет в Доту 2, молитву читает вся семья, кастуй с учары, метеорит ветра на всю квартиру, кричит сестра, куда ты, блин, куешься, там же Гуля с кухни орет, негодуя, бабуля, батя ебало бы всем набил, кто про маму Альберта шутил, он даже лучше, чем жирный дред, заявляет подвыпивший дед, для тебя, братик, меньше, чем три. Что это такое, блядь, Кирюха, спасибо большое. Сочный стих, на самом деле, спасибо. И за поддержку, и за стих, да и по здоровью. Привязки в полете! О май гаш, есть убрать Свена? Есть убрать Свена? Он не шевелится, ребят, он не шевелится! Теперь шевелится, мне пизда. Семьдесят секунд. У меня есть байбек, ну... Нет, я не буду здесь покупаться. Санкингу мог ТП сбить еще сном. Ну ладно. Это фит. Это просто фит. Вот эта Нага прибежала с Радиансом, она там ничего не делает ровным счетом. Хотя можно вот сейчас дайвить было за Свеном и убивать их. 50 секунд, в пизду курить. Ингиборг, стрим. Я не знаю, тебя еще никак не зовут, ты будешь Ингиборг пока что. Или Валера. Или Денис, я не знаю. Там было просто... Было предложение назвать стул Денисом, потому что это DXC. Но Денис как-то не так, я не хочу сидеть на Денисе. На Стасине было заебись, на Денисе нет. Омники, блядь, вот это грязь, омники, некрофосы, блядь, инвокеры сплитпушат. Еще и Свен плотно одевается, потому что к нему ВР-ка пришла. Ну, в принципе, да, я тоже бы одевался бы неплохо. ВР-ка сейчас в харде вообще нихуя не делает. В хард ходит герой, который могут фармить кусты, ВР не фармит кусты. Сколько там времени появляться осталось? Ебать, секунда. Проебанный тайминг. Игорь, блядь. Даймир? Нет, не надо Даймир. Что скажи, Зелимхан какой-нибудь. Ой, сочно. Это кто? Это кто? Стой, сучий песик. Бэк-бэк-бэк, Верка. Бэк-бэк-бэк. Яй! Какая боль. Ебать больно, гайз. Я не думал, что инвокер такой... А, там Аганим еще. И Аганим, и этот. Я понял, да. Сколько там метеор я оторвал, ебало. 700, санстрайк 574, да. Это грязно. Все, поиграли, ребят. Закончили упражнение. Можно докуривать эти, в принципе. А, у Наги байбэк был. Нага не такой конченый, как я. Но байбэк оставляет пацан. Роберт Стас младший? Это долго выговаривать, в пизду. Это слишком какое-то королевское имя получается для него из трех слов. Бля, есть убрать Свена как-то от нашей базы? Нет, да? Пэл диффуза хоть собрал? Да, диффуза. Изи линия, блядь, моей команды. Ну хотя да, у него дабла стояла. Но кто виноват? У нас был путч, они могли трипл поставить, если хотели бы выиграть. Они не хотели выиграть. Ебать, минус диффуз. Отъебись. Я танкую, ребят. В пизду. Ну тут докуривать на туре надо. Я не хочу уже эту игру играть. Сон нажимается после того, как ВР-ку отпиздили. Там качался эпицентр, можно было поднести свою пизду рыбью ебучую, форельную, блядь. И нажать кнопку Г или Р. Если он в QVE раскладке играет, неважно, можно было нажать кнопку, когда ты видишь, когда та, сука, насекомое стоит очком своим, шевелит, ебать, потому что он хочет эпицентр качнуть, но нет. Ёбаный рот. Как я люблю дотку в пабе.
Коммуникации ноль, это просто 5 синих ублюдков какие-то играют после, блядь, жесткого бухича, блядь, которые не понимают еще, что надо делать, и друг друга, блядь, вообще просто никак не пытаются договориться и играть нормально, и кидать спеллы опрятно, блядь. Все ставят какую-то хуйнёй своей занимаются. Я хочу пуджика, ай, мать. Я пойду в кусты. На ебаном, блядь, ублюдском пудже буду инвокера заебывать. Да, он его убил пару раз в начале, но эти начальные фраги, они ровным счетом нихуя не делают. Он заработал 50 голды и 50 экспы, блядь. Все, это его ебучий заработок, блядь. Это даже, ну, я хз. Просто можно было в кустах с талоном, блядь, больше вынести, чем он этими гангами пытался принести себе, блядь. Вот хули ты сюда бежишь? Хули ты сюда бежишь, блядь? Валера, я тебя сострелю нахуй сейчас. Мне похуй, мне похуй. Мне похуй, я буду сражаться. Не буду я сражаться. Ай, блядь. Клифф. Клифф на пудже. Просто вот поиграл, выложил артефактики свои и все. И все, в принципе, поиграли. Я похуковал, ребят, я наигрался. Давайте теперь выложим телепорты, блядь, свои. Ой, 1100. Ой. Ой. Какая боль. Альбертик, спасибо тебе. Держи соточку с честно заработанных на комментировании. Благодаря тебе по факту. Без лунных фактов, да. Хорошо, что без лунных. Хартидота, спасибо большое за поддержку, брат. Спасибо. Так, ну что, тут перекур явно надо делать. Я по две тяги подходил делать, но это пиздец прям. Тималициус, привет. Как же электронка? Да в пизду эту электронку. Ну, на самом деле не в пизду. Просто жиж нету сейчас. А что-то курить и играть в доту надо. Организм прям требует этого. Так, ребят, наверное, без рекламной паузы, да, мы без рекламной паузы. Я не буду никакие рекламы пускать, чтобы не отпугивать людей. Потому что эти паузы нихуя в России не приносят, к сожалению. Просто перекурчик. 2-3 минутки, ребят, далеко не разбегайте. Фак, щит, мен, кому крейс, вайт, нафи, тачь.